Всем привет! Я сейчас в отпуске, нахожусь где-то в России. Судя по всему, что цивилизация где-то рядом есть, примерно в 2-3 световых годах от меня. Место нашего лагеря – это лес, рядом речка. Я сейчас нахожусь в туристическом походе. Несколько дней здесь проведу еще, уже несколько дней провел. Сети нету, поэтому идем искать сеть для того, чтобы закрыть СВС, сбор ресурсов. Здесь прикольно все, за исключением того, что утро надо проснуться, наколоть дров. Вон речка, как я говорил, да, здесь узко. Дальше, возле нашего лагеря намного шире, интересней. Ближайшая цивилизация находится в пару километров от дома, от лагеря. Жить в палатке и наблюдать за муравьями не только в телефоне, но и вживую, потому что муравейники повсюду. Здесь какое-то поле. Вон видно дома. До них, правда, еще дойти надо. Лагерь где-то там, там далеко, очень далеко. Вышел я из лагеря примерно 2 часа назад. 30 бежал. Теперь уже сил нету, иду. Ну, я думаю, что когда дойду до точки, где у нас появится хотя бы чуть-чуть сяди, уже будет сбор собран, закончен. Всю ночь шел дождь. Сейчас солнце появилось. Все хорошо. За исключением того, что где-то рядом, совсем рядом, я слышу их, они есть, они прячутся, маленькие черные муравьи. Расскажите, как вы проводите свой отпуск, чем вы любите заниматься в свободное время? Летом, зимой, когда вы берете отпуск, как вам? Как вы проводите не только свободное время, отпускное, я имею в виду, но и выходные? Чем вы занимаетесь? Читайте в комментах, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. В комментариях также будет ссылка на Discord в описании к видео, русскоговорящий, где также можно будет обсудить отпуск. Если кому интересно, могу поделиться контактами и рассказать, где я провожу это чудесное время. Июль. До встречи на сборе чуть позже. Осталось еще чуть-чуть совсем. Вот мы и нашли связь. Напомню, что для того, чтобы закрыть вторник СВС как можно лучше, нужно как можно раньше поставить свои отряды все на сбор. В идеале это отправлять сбор в воскресенье примерно в 2 часа ночи, может в час, на повадках захватчика либо зоотехника. Тогда время сбора будет чуть больше суток, примерно 25 часов. И мы можем чуть ли под один раз забрать плитки, и мы закроем СВС. У меня не получилось что так сделать. Я отправил отряд вчера вечером, в понедельник. Обычно отправляю где-то в районе 12 часов дня по Москве в понедельник. И сейчас мы забираем отряд. Для начала, как все видим, мы на захватчике. Используем малину, я уже использовал ее. Далее открываем здание повадок садовода. Здесь проверяем способности. Сейчас садовод. Способности. Нам нужно сменить все на доплату растений. Потому что все плитки у меня на сборе растений. После этого меняем повадки. Так, сейчас, стоп. Меняем повадки. Повадки на садовода сменить. Подтвердить, все, сменили. А далее можно использовать бонус сбора. Ускоряем, у нас его нету, сейчас купим. Магазин.
купить, подтвердить. Сразу же используем его. Все, использовали. Выходим назад и возвращаем все отряды. Подтвердить, подтвердить, подтвердить и подтвердить. Итого, смотрим битву районов. Сбор, рейтинг. Мы собрали 92 миллиона, но это мало, потому что я в отпуске, и мне сложно это сделать. Собираем все награды. Пока отряды возвращаются, они возвращаются быстро. Сейчас я отправлю еще отряды на ящериц и повторно отправлю на сбор. Сбор теперь у меня должен занять, если не ошибаюсь, в районе 16-17 часов. И так примерно, что они соберут как раз к 3 часам ночи по Москве. Это день закрытия СВС, еще раз все отряды вернутся. И тем самым мы закроем полностью СВС. Ну, поскольку сложно это контролировать, мне этот процесс, приходится все на самотек пускать сейчас. Как вернусь из отпуска, далее будет гораздо проще, потому что помимо того, что просто отрядами, еще можно также обязательно, нужно будет сегодня у нас, проверяем, что на всякий случай, вызов клетки. Открываем все сундуки, у меня здесь немного, потому что уже открыты были. И улучшаем вызов клетку. Вот мои клетки. Я качаю дальше эту всю усиление. И все просто вкладываем сюда. Все, закрыли немного еще очков, добавили и в СВС, и в рассвет колонии. Первый раз отряды собрали. С первого сбора закрыли 8 ракушек. Это больше, чем половина. Вторым отрядом там останется примерно 80 миллионов собрать. Это не так много. В принципе, это возможно сейчас, потому что мы на повадках садовода с ускорениями со всеми полностью соберем 8 плитки. Они у меня автоматически снимутся примерно в 2 часа 58 минут по Москве. Напомню, что время обновления СВС у нас в 3 часа по Москве. Саш, пришло возвращаться домой в лагерь и дальше заниматься трудовыми буднями, прокормить свою семью. К сожалению, мясо мы не смогли добыть. Муравьи все себе утащили. Ну ничего, в следующий раз кого-нибудь поймаем. С вас лайк, подписка. Всего доброго. Да пребудет с вами сила.